Новый кинозал открывается в Кохме как раз в первый день рождения кинотеатра «Люмонфильм». Пространство небольшое, но очень уютное, на 45 мест. Кресла привезли из Испании. Они шире стандартных, с удобными подлокотниками. Экран тоже современный, он позволяет передать все фишки, картинки современных кинопроизводителей. Сумму в 5 миллионов рублей для строительства кинозала выделило Министерство культуры и Фонд кино. Третий зал нам был необходим для того, чтобы расширить и увеличить ассортимент фильмов к показу. У нас есть определенные условия, перед которыми мы отчитываемся перед фондом. Мы обязаны выдерживать 50% русских фильмов в данном зале. То есть это идет программа поддержки российского кинематографа. Появится в этом кинозале уникальное для нашей области оборудование для просмотра фильмов людей с ограниченными возможностями здоровья. Закупили 3 комплекта для слабовидящих. Это система тифлокомментирования. В наушник зрителю будут озвучивать происходящее на экране. Также есть 3 комплекта для людей с ограниченными возможностями по слуху. Такое устройство с монитором, которое будет удобно, можно будет вставить в подстаканник. И на фильмы, в которых есть определенная специальная дорожка, для зрителей с ограниченным слухом сюда будет дублироваться, выводиться субтитры. То есть это не будет мешать остальным зрителям на экране, не будет субтитров. Соответственно, мы хотим взаимодействовать с сообществом глухих. По закону в кинотеатрах должно быть такое оборудование для каждого 10-го зрителя. Если потребность будет выше, отмечают руководители «Люмонфильм», закупят еще. Правда, ассортимент кино невелик. Субтитры и комментирование есть только на русских фильмах. И то не на всех. Билеты в новый кинозал уже в продаже. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.